Друзья, всем привет! 3 марта в рамках Ярославского Кубка Выбора состоялся принципиальнейший матч между лидерами турнирной таблицы, где наша команда USB до этой встречи находилась на первой строчке как по набранным, так и по потерянным очкам. И по сути, в этом поединке решалась судьба чемпионства, как казалось на тот момент. Наш штатный диагональный Максим из-за работы не смог присутствовать на этой игре, так что я направился в диагональ, а наш либеро Дима пошел в доигровку. Ну а его место занял не игравший за нас с января Андрей. Что из этого получилось, вы узнаете в этом видео. Чё, давай сдадимся. Мы уже так долго ждали. Ух ты, как ужасно, это ум. Ничего страшного не произошло. По факту. Санечек лучший игрок турнира. Чего 5-6? Эй! Хорош дрюнь. Давай.
профессиональный говнюк. Поле было, чего смотрите. Давай! Яричек.
Рот! Я! Контент. Машина! Хорош. Давайте без математики играем, просто играем в волейбол. Прыгай! Что ты делаешь? Хорош, Леш. Спасает, ну хоть как-нибудь. Куда? Самый лучший! Заслуженно победили, и по потерянным очкам на тот момент сравнялись с нами в таблице. Но дело это было в марте, а с тех пор наш главный конкурент растерял кучу турнирных очков. И теперь на втором месте оказался действующий победитель кубка команда Армада. И если мы 14 апреля побеждаем команду Ветеран, то гарантируем себе золотые медали. Так что если вы хотите видеть запись этой встречи, то дайте мне знать про это в комментариях. И также напишите, в каком формате хотите увидеть эту игру. От первого лица, или быть может просто желаете взглянуть на игру с общего плана.
Ну а с вами, как обычно, был Николай Иванов. Любите то, что вы делаете, и все у вас обязательно получится. Скоро увидимся. Пока.